Этот день святого Валентина Кэти Перри не забудет никогда. Орландо Блум устроил веселую вечеринку, а в разгар праздника поднялся на сцену с микрофоном и спросил у своей возлюбленной: «Ты выйдешь за меня?» Растроганная певица не смогла сдержать слез счастья и ответила заветное «да». В честь этого торжественного события актер преподнес Кэти оригинальное кольцо в виде цветка, выполненное из крупных драгоценных камней. Поиском подходящего ювелирного изделия Блум озаботился еще осенью прошлого года. Он не нашел достойного украшения и заказал изготовить его. Напомним, роман Кэти и Орландо начался еще в феврале 2016-го, но через годы они неожиданно расстались, довольно мирно, как говорится, без битья посуды. После официального разрыва романтических отношений они продолжали общаться. Поэтому никто особенно не удивился, когда в начале прошлого года они воссоединились. Кэти подтвердила, что они снова стали парой, в марте. Тогда, во время концерта в Токио, певица посвятила очередную композицию Блуму и заявила прямо со сцены: «Я чувствую себя любимой, так сильно, как никогда прежде. И моя песня как раз об этом необычайном чувстве, о любви. Она, о тебе и для тебя, мой милый». А недавно Блум впервые публично заговорил о своих чувствах к Перри.